Доброго времени суток, подписчики моего канала. В этом видео я буду плавить тот полученный мною осадок из предыдущего видео, где я переработал советские радиодетали. Вот сколько осадка получилось. Деталюшки мне подогнал Сергей. Я подсушил фильтр и сейчас буду плавить этот осадок. Посмотрим, что из этого получится. Я все подготовил. Буду плавить, как всегда, в тигле, в своем маленьком. Подготовил отвертку, если понадобится. Пинцет, щипцы, чтобы достать тигель, разумеется. Ну, такая самодельная палочка, чтобы это мешать. Также подготовил азотную кислоту. Когда сплавлю полученную бусинку или там шарик, что будет, не знаю, какой кусочек выйдет, брошу в азотную кислоту сразу. Прокипячу временно и посмотрим, что из этого получится. Азотная кислота почистит золото, оно станет желтым. Осадок очень чистый, желтый, поэтому золото должно получиться очень хорошее. Так, ну что же, больше сказать нечего. Берем наш фильтр и подрезаем края ему. Так. Ну так, трудно сказать, сколько вес имеет фильтр. Так, подрезаем ненужные края нам. И как я уже показывал, где плавил тогда также золото, закидываем в тигель. Это ненужная бумага, она не нужна. Сюда закидываем и будем плавить сейчас. Вот и все. Аккуратно установил. Вот так вот. Вот и все. Осадок в тигель установил. Так. Устанавливаем тигель в муфельную печь. Установил. И прежде чем я начну, я хочу вам сказать очень важную информацию. В общем, я уже начал я пытаться плавить этот осадок. Намотал нехромовую спираль, которую мне Сергей давал, но это я удалил, то есть не стал показывать. Короче, не успел я включить печь, у меня нехромовая спираль сгорела. А все потому, что спираль очень толстая. Толщина проволоки 1,2. А получается, если она толще, то в длину получается короче. То есть я не успел включить печь, и у меня спираль сгорела. Я это даже не стал показывать, вырезал все это. Намотал вот стандартную проволоку из нержавейки, которую постоянно использую. Так что имейте в виду. А толщина у меня стандартной проволоки, которую я использую из нержавейки, 1 мм. Так что можете не покупать эту нехромовую спираль, особенно толстую, она у вас сразу сгорит. А если и купите нехромовую спираль, берите 06-08, такой вот. Вот такая вот информация для вас, друзья. Так, тигель я установил в печь. Также у меня лопнула крышечка одна, упала. Это еще в предыдущем видео. Я тогда ее временно так стянул шайбами широкими. Сделал такую металлическую крышку одну. Пойдет. Так, ну все, я тигель установил и начинаем плавить. В общем, я начал плавить. Но ничего у меня даже и бумага даже еще не успела сгореть. Только включил и сразу же две спирали накрылись, сгорели. Они настолько накалились, просто, ну как вот лампочка перегорела. Вспыхнули и все. Вот такая вот информация полезная для вас. Толстую спираль брать не стоит. Включаем муфельную печь. Так, печь я включил. И сейчас дело пойдет. Вот. Спираль начала накаляться. Накрываем крышечку. Ну, крышечку накрыли. И через 2 минуты заглянем. Посмотрим, что там уже получается у нас. Давайте заглянем. Посмотрим, что получается. Наверное, уже бумага сгорела.
Ну да, видите, уже тигель разогрелся до красна. Разогрев идет нормальный. Так. Используем только проволоку из нержавейки. Я ее сам мотаю, вот видите, без проблем. Покупаю килограмм и наматываю. Мне хватает надолго. Я больше даже и думать не буду брать всякую там нехромовую или фехраль какую-то там. Все равно сгорит. Так, включаем. И заглянем еще через 2 минуты. Давайте заглянем еще. Прошли еще 3 минуты. Ну, уже все разогревается очень хорошо. Отлично. Бумага вообще сгорела, пепел. Ладно. Тигель уже такой желтый стал. Так, ждем 10 секунд. Включаем. Отлично. И не надо никакой регулятор. Давайте заглядываем в последний раз. И уже потом буду вытаскивать. Так, давайте посмотрим. Ну, замечательно. Отлично. Осадок уже подплавляется, вижу. Собирается, сливается. То есть осталось подождать минуты 3. Все расплавится. Ждем 10 секунд опять. Включаем последние 3 минуты. 12-15 минут, и она плавит. Включаем. Отлично. Все. Устанавливаю камеру на штатив и уже буду снимать через 3 минуты. Так, сейчас достаем тигель. Осадок уже сплавился. Скатился в такой слиточек. Слился. Ну, сейчас посмотрим. Азотная кислота на готове. Так, все, снимаем. Так, снимаем крышечку. Раз. Два. Аккуратно. Сюда. Так, сейчас он подостынет слегка. Быстренько подостынет. И я его, пока он еще горячий, достану. И в азотную кислоту. Так, ну все сплавилось вроде вот. Сейчас он остынет. Ждем. Все сплавилось. Вот он наш самородок. И сейчас сразу в азотную кислоту. Азотная кислота. Так, ну, в принципе, уже вот. Все, можно взять. Берем его. Отлично. Наш самородок. И сюда. Видно, да? Ну вот. Наш самородок. И сейчас ставлю на плитку. Прокипячу его в азотной кислоте, он почистится, потому что, ну, применяя железный купорос, по-любому чуть-чуть железо попадает в осадок, который не сплавляется с золотом. Ну, оно только на поверхности вот немного дает такой цвет. А так, я вижу, получилось очень хорошо. Сейчас он какой-то такой немного рыжий, ржавый, ну, грязный. Сейчас он почистится и станет желтый, красивый. Все, сплавил. Ставим на плитку. Отлично. Прошло каких-то, наверное, минут 12 всего, как я начал, и все сплавилось. Замечательно. Так, ну вот он уже чистится у меня, становится такой приятного цвета. Сейчас станет еще красивее. Ставим на плитку, на песочек. И сейчас он у меня
прокипит в азотной кислоте, и вся грязь растворится. Накрываем крышечкой, так называемой. Сейчас начнет греться. И посмотрим, что из этого получилось. Ну вот, сплавленный кусочек золота в азотной кислоте почистился, стал желтенький. Сейчас он еще у меня покипит минут 10-15, чтобы показать, что это азотная кислота. Я, к примеру, вот засуну даже палочку металлическую, сразу пойдет реакция. Вот, как видите, растворяется. Не очень-то что-то видно. Ну, туда попробуем, к примеру, медь засунуть. Бурые пары пойдут сразу. Вот, как видите. Травлю в азотной кислоте. Пусть он еще у меня покипит минут 20. 10-15-20 минут и хватит. Можно будет доставать, промывать водой. Он уже вообще так чистый. Ну, пусть еще покипит. Золото партии. Ладно, пусть он кипит. Он чистится у меня. Уже, в принципе, все растворилось, что могло раствориться. Прошли 15 минут, и пришло время посмотреть, что у нас получается. Так, открываем так называемую крышечку. И быстренько сливаем сюда эту азотку. Азотку слили. Моем наш самородок. Микро такая бусинка. Там крупинка еще плавает, вон шарик. Мне будет бонусом. На 97% все сплавилось. Основной самородочек, который я Сергею отдам. Ну, остатки мне, как всегда, остаются маленькие. В виде пыли. Вот я его сюда подклал, под этот. Ладно. Так, я... Вот он. Крупинка золотая еще. Маленькая-маленькая. Это мне останется. Вот такой вот получился кусочек. Так, сейчас его еще сполосну чуть-чуть. Так, переливаем, сливаем мелкую пыль золотую, которая осталась. Это будет мне бонус. И сейчас я вам покажу этот самородочек, который помыл. Ну все, весь песок здесь, я потом это растворю. Даже он еще по-прежнему собирается. Вроде все.
как я уже говорил, полностью на 100% сплавить нельзя, всегда хотя бы 1-2% чуть-чуть остается в виде пыли. Так, вот он наш самородочек. Идеальный. Хорошо все получилось. Он так не блестит, потому что, ну, чтобы он блестел, его достаточно полирнуть, и он будет блестеть идеально вообще. Протереть там шелком, к примеру, как я делал иногда. Ну, не обязательно протирать. Сейчас я сфокусирую камеру, чтобы лучше было видно. Ну, вот такой получился кусочек. Неплохой. Золото очень чистое. Ну, примерно 950 единиц, не меньше. 950-980. Хороший получился. Как я и рассчитывал, 6-7 грамм. В прошлый раз был в два раза где-то больше, ну, в этот раз вот такой вот. Тоже нормально, что? Неплохо. Больше все равно там не будет, чем есть. Я все сплавил, все качественно. Потерь вообще не было никаких. Ничего не разлетелось, разумеется. Ну и плюс-минус там бонус мне остался небольшой там в виде мельчайшей пыли. Наверное, 1% максимум там. Вот, в общем-то, и все. Осталось передать самородок Сергею. Так, убираю его сюда. Прелесть. Моя прелесть. Да, приятно. Очень приятно наблюдать за таким результатом. То есть, ну, в печи плавить в моей очень так надежно. Ничего не разлетается, это главное. Потому что мне уже многие, кстати, писали, попробовали плавить горелкой. Поразлеталась половина, так же, как у меня было в одном из видео. Так, убираю его в эту баночку. Воды налью сюда эту прелесть и передам Сергею, он мне подкинет еще деталюшек для следующего обзора. Так, ну все вот так вот замечательно. Люблю я золотом работать, даже не важно, что не себе сделал, а кому-то, но все равно приятно. Я думаю, любители золота тоже оценят это, что на него даже приятно просто смотреть. Неважно, есть оно у тебя или нету. Ну, просто сам процесс интересен, действительно. Восстановление, плавление, все это. Обработка. Вот и все. На этом конец. Передам самородок Сергею. Если понравилось видео, ставьте лайк. А на этом конец. Вот, ребятки, передаю Сергею его самородок. Здорово. А он мне передает следующий материал. Вот. На, посмотри на свое. О, обалденно. Прелесть. Отлично. Вот. Я не увидел, все разобрал. Часы. А это что, вот это за проволока? Это позолочено. А ты уверен, что она позолочена? Конечно, конечно, проверял. Вот эти часы, не смог, я их продавал, вот стрелочки. Процессоры стоят. Есть, да? Все. Кстати, есть. Мне процессоры надо для ролика одного будет. Вот, посмотри, вот стрелочки принес мне. Не выдергай, да, нормальные. Там часы, потом материал мастер. Хороший. Да. Тоже. Всякое. Там все. Я не знаю, правда, сколько будет. Это весь, да, материал? Больше еще нету. Есть, еще вот это. Я имею в виду это. Может, просто покрупнее. Дело в том, что видишь, плавить-то плохо, когда маленький партий. Ну еще принесу. Чуть-чуть еще надо будет добавить. Еще добавить. Поэтому, да, я не потому, что вот не браслет, смогу. Браслет, брателы, там, часы, стрелки. Ну ладно, тот ты мне давай, передашь. Ну, покажи. Да. Ты потом тот материал передашь мне потом. Хорошо. И вместе я переработаю все это. Деталюшки хорошие. Ну да, там всякого. Где ты их понабрал? Мне уже, знаешь, задают вопросы, что ты военные какие-то детальки. Они действительно не военные случайно? Нет, все нормально, брателло.